В минувшие дни ректор вуза Дагестанского института народного хозяйства Ахмед Бучаев сообщил, что Министерство образования и науки Республики Дагестан подписало соглашение о партнерстве для создания нового кластера в сфере туризма и в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На реализацию данного проекта высшее учебное заведение получило грант на сумму 70 миллионов рублей. Отметим, что начать работу кластера и принять первых 540 студентов планируется в сентябре 2024 года. В рамках данной программы будут реализованы 27 образовательных программ по специальностям туризм и гостеприимство, коммерция, поварское и кондитерское дело и многое другое. Отметим, что проект «Профессионалитет» запущен в стране с начала сентября прошлого года. На его осуществление до 2024 года это из федеральных средств планируется выделить порядка 30 миллиардов рублей.